Здравствуйте, это программа «В центре внимания». Важные события, яркие кадры и все, что оказалось в центре нашего внимания. И вот главная тема выпуска. В России Владимир Путин в 16-й раз пообщался с народом. Один из самых неудобных вопросов задал блогер азербайджанского происхождения. Когда может произойти встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна? И кто пытается отсрочить переговоры и зачем? Туркменский газ может все-таки добраться до Азербайджана. При каких условиях это может произойти? В России прошла прямая линия с президентом Владимиром Путиным. Путин общался с народом уже в 16-й раз, но в новом формате. В студии не было гостей, а большее время уделялось людям, которые дозванивались или выходили на прямую связь. Многие проблемы президент по видеосвязи переадресовывал губернаторам или министрам. Жители России спрашивали про рост цен на бензин, повышение пенсионного возраста, проблемах строительства и обеспечения жильем, ситуации в здравоохранении. Прямая линия продлилась 4 часа 20 минут. За это время президент ответил на 79 вопросов. На этот раз было не так много вопросов, связанных с международными делами, но среди 3-4 вопросов по этой теме был и вопрос о сложных отношениях России и Украины. Путин однозначно намекнул, чтобы Украина даже не помышляла устраивать какие-либо провокации на Донбассе во время чемпионата мира по футболу в России. Я надеюсь, что до таких провокаций дело не дойдет. А если это случится, мне думается, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом. Еще раз хочу подчеркнуть, рассчитываю, что ничего подобного не случится. Среди новшеств этой прямой линии были вопросы от популярных в сети блогеров. Среди счастливчиков, кому удалось задать свой вопрос, был известный российский блогер азербайджанского происхождения Гусейн Гасанов, у которого только в Инстаграм 7 миллионов подписчиков. Блогер поднял вопрос, который сейчас волнует многих молодых людей и блогеров, для которых блогерство стало профессией и средством для существования. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Сегодня тут собрались лидеры мнений. Сегодня я бы хотел задать вопрос. Давайте к вопросу перейдем, я волнуюсь. Вот, в интернете ходят слухи о закрытии таких популярных соцсетей, как Инстаграм и Ютуб. Что вы думаете по этому поводу и вообще возможно ли это? Спасибо. Ну, я понимаю вашу озабоченность и понимаю озабоченность тех людей, с которыми вы работаете в интернете. Мы не собираемся ничего закрывать. Я прекрасно знаю ситуацию вокруг Телеграм. Ну, что по этому поводу хотел бы сказать? Ну, вот вы на своем месте, и вы сейчас сказали, что вы волнуетесь. Но и я на своем месте тоже волнуюсь. Знаете, за что? За безопасность людей. Ведь вопросы безопасности в первую очередь. Не правда ли? Но в то же время, я сам работал в специальных службах и знаю, что легче всего запретить. Труднее найти цивилизованные способы решения. Поэтому я буду побуждать всех своих коллег идти именно по этому пути. Именно по пути использования самими спецслужбами, правоохранительными органами, современных средств борьбы с правонарушениями и в том числе с террористическими проявлениями, не ограничивая пространство свободы, в том числе в интернете. В Москве встретились главы МИД России и Армении. За этой встречей пристально следили и в Азербайджане. Это был первый визит Заграба Нацаканяна в новом качестве министра иностранных дел и первый международный визит. Москва была выбрана не случайно. С Сергеем Лавровым Нацаканян в том числе обсуждали Нагорный Карабах. После переговоров Лавров заявил, что Россия в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ продолжит помогать сторонам искать пути решения армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. Российская позиция осталась неизменной. Она всегда была позицией решения Нагорно-Карабахского вопроса через Минскую группу ОБСЕ, участником которой, наряду с Азербайджаном и другими государствами, является и Армения. Мы убеждены, что это оптимальный формат
И в качестве одного из трех сопредседателей этой Минской группы вместе с французами и с американцами мы проводим общую, заинтересованную, не противоречивую линию по созданию условий, которые позволили бы договориться Баку и Еревану. Однако накануне визита главы МИД Армении в Москву премьер-министр Никол Пашинян, представляя программу правительства, заявил, что переговоры по Карабаху не могут быть эффективны без участия руководства самопровозглашенного Нагорного Карабаха. При этом аргументы о том, что в переговорах должна участвовать и азербайджанская община Нагорного Карабаха, он назвал необоснованными по той причине, что якобы эти люди, прибыв в Азербайджан, стали его гражданами. Реакция МИД Азербайджана была молниеносной. Мы оцениваем заявление, сделанное руководством Армении, как неконструктивный шаг, направленный на парализацию переговорного процесса по Нагорно-Карабахскому урегулированию и сохранению статус-кво. Кстати, Лавров на пресс-конференции со своим армянским коллегой возразил армянскому журналисту насчет заявления сопредседателя Минской группы ОБСЕ от России Игоря Попова по участию Карабаха в переговорах. Господин Попов никогда не говорил, что они будут должны вернуться. Если стороны договорятся на каком-то этапе о том, что Нагорный Карабах будет вновь представлен на переговорах, это будет их решение, и мы будем это решение уважать. Информационный портал «Москва-Баку» попросил ОБСЕ прокомментировать заявление заместителя министра иностранных дел Армении Шаварша Качаряна о том, что якобы сопредседатели Минской группы ОБСЕ не против участия представителей самопровозглашенного Нагорного Карабаха в переговорах по Нагорно-Карабахскому урегулированию. ОБСЕ в своем письменном ответе однозначно подчеркнуло, что, цитата, «исключительно сопредседатели Минской группы ОБСЕ могут выступать от имени сопредседателей». Чуть позже последовала реакция президента Азербайджана Ильхама Алиева. «Надеюсь, что новое руководство Армении не будет повторять ошибок прежней власти, проделать серьезную работу для скорейшего урегулирования конфликта и будет дан старт реальному, а не ради имитации, переговорному процессу. Таким образом, вопрос может найти решение, и на Кавказе может наступить мир. Мы хотим этого, мы требуем урегулирования конфликта, мы имеем право на это. Надеемся, что данный вопрос в скором времени может найти решение путем переговоров». Пашинян заявляет, что готов к встрече, но ведь нельзя же просто так сесть за стол переговоров. Надо прийти с каким-то предложением или решением, а его, похоже, пока нет. Поэтому и прозвучало заявление Ильхама Алиева, где ключевое слово – имитация. Попытка привлечь третью сторону действительно может отсрочить встречу или вовсе свести все усилия на нет. Опасная вещь, потому что это по сути, разваливает те хрупкие договоренности, какие были достигнуты в 16 году в Вене и Санкт-Петербурге. За этим, я думаю, стоит очень хитрая игра. Армянское руководство хочет следующего. Создать управляемый кризис вокруг Карабаха, поставить вопрос перед Россией, будете вы нас автоматически воевать в Карабах или нет. А раз нет, то не мешайте нам развивать партнерство с НАТО. Они хотят добиться очень простого. Они хотят, чтобы на переговорах было два армянских голоса против одного азербайджанского. То есть сделать заведомо неравновесную ситуацию. Уравновесить можно только подключение к переговорам азербайджанской общины Нагорного Карабаха. А на это не хочет идти армянская сторона. И получается тупиковая ситуация. Хотя посыпать голову пеплом еще рано. В Армении еще не до конца сформировалось видение решения проблемы. Надо немножко подождать, и свет в конце туннеля может появиться. На это надеются и в Азербайджане. Тем временем Азербайджан продолжает анонсировать новые транспортные проекты. В конце года Азербайджан начнет строить новую железную дорогу из Турции в направлении Нахичеванской автономной республики и Ирана. Новый транспортный проект предполагает строительство двухпутной железнодорожной линии протяженностью 224 километра. По путям смогут ходить поезда, которые будут развивать скорость до 160 км в час. Новая железнодорожная линия будет соединена с железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс, которая является частью глобального транспортного пути юг-запад, которая свяжет Индию с Европой. Новая ветка в направлении Нахчевана и Ирана будет иметь важное значение с точки зрения роста грузопотока в регион. Таким образом, Азербайджан подтверждает статус главного транспортного хаба Прикаспийского региона. В 2017 году транзитом через Азербайджан
были перевезены более 10 миллионов тонн грузов. По сравнению с 2016 годом этот показатель увеличился на 16%. Развитию способствуют такие проекты, как Баку-Тбилиси-Карс. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн, а также будет перевозиться до 1 миллиона пассажиров. Другой транспортный проект с участием Азербайджана – коридор «Север-Юг», который призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединив железные дороги Азербайджана, Ирана и России. Также в Азербайджане продолжается строительство Бакинского международного морского торгового порта, который внесет важный вклад в развитие торговли в Прикаспийском регионе. Ожидается, что его мощность составит 25 миллионов тонн грузов и до 1 миллиона контейнеров в год. В Азербайджане разработана спецпрограмма для пассажирских и грузовых перевозок, которая будет представлена в рамках 17-й Каспийской международной выставки транспорта, транзита и логистики. Об этом сообщил заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий. Программа окажет положительное влияние на пассажирские и грузовые перевозки. Все это будет способствовать улучшению существующей инфраструктуры страны. Это новшество для транспортного сектора. Применение современных технологий в данной отрасли востребовано на сегодняшний день. Помимо транспортного хаба, Азербайджан становится важным игроком на энергетической карте мира. 12 июня Ильхам Алиев отправится в Турцию, чтобы вместе с президентом Турции Таипом Эрдоганом дать пуск газопроводу «Танап». Ранее Ильхам Алиев запустил южно-кавказский газовый трубопровод. Это первый трубопровод южного газового коридора в Европу. «Танап» станет вторым, а «ТАП» уже доставит газ по дну Адриатического моря в Южную Италию. Правда, новое правительство Италии может пересмотреть проект строительства составной части Южного газового коридора, предназначенный для транспортировки природного газа из Азербайджана в Европу. Об этом заявил министр окружающей среды в новом итальянском кабинете министров Серджио Коста. Коста назвал ТАП, цитата, «бессмысленным и ненужным для Италии» и объявил, что участие Италии в проекте, как и в двух других, не менее крупных, будет пересмотрено. Не надо забывать, что министр представляет движение «Пять звезд», которое уже несколько лет организует акции протеста и саботажа против прокладки азербайджанской трубы. Подробнее о запуске «ТАНАП» мы расскажем в нашей следующей программе, а пока в продолжении газовой темы. Страны Каспийской пятерки – Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан – прорабатывают вопрос о принятии на саммите в августе Конвенции о правовом статусе Каспии, которая позволит решить многие спорные вопросы, в том числе по освоению ресурсов. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин. Сейчас ведется интенсивная работа всей Каспийской пятеркой. Создана специальная рабочая группа по подготовке конвенции о правовом статусе Каспия, которая разрешит очень многие спорные и неясные вопросы о том, что такое Каспий, как каспийские государства будут в будущем подходить к освоению ресурсов, разделению водных пространств и так далее. Очень много вопросов. Именно из-за неопределенного статуса Каспии Азербайджан и Туркменистан никак не могли прийти к решению о строительстве газопровода между этими странами. И, кажется, дело сдвинулось с мертвой точки. Проект транскаспийского газопровода от Туркменбаши до Сангачальского терминала в Азербайджане может быть все-таки построен. Советник премьер-министра Грузии по энергетическому коридору Восток-Запад Георгий Вашакмадзе заявил, что якобы Грузия и Еврокомиссия пришли к соглашению о совместном финансировании коммерческого инжиниринга проекта. В течение 11 месяцев мы надеемся получить данные, что и сколько будет стоить, заявил грузинский чиновник азербайджанскому изданию. Если этот проект превратится в жизнь, то Азербайджан сможет повысить проходимость по южному газовому коридору. Правда, российские эксперты к транскаспийскому газопроводу пока относятся с долей скепсиса. Транскаспийский газопровод строить невозможно в современных условиях, статус Каспия не определен. И даже если будет подписано соглашение о статусе Каспия, по неофициальным данным, там такая формулировка, что все страны Прикаспийские все равно должны будут договариваться о проектах, которые могут нанести вред экологии. А, соответственно, и понятно, что и Россия, и Иран
всегда будут так, внимательно смотреть за проектом Транскаспийского газопровода, и, скорее всего, его никогда не будет. Пока сложно загадывать. Однако Южный газовый коридор показал, что если Азербайджан берется за проект, то доводит его до конца. Время покажет, быть ли Транскаспийскому газопроводу. А сейчас другие события, которые оказались в центре нашего внимания. Совместно Азербайджан-Иранский автомобильный завод в Нефчалинской промышленной зоне выпустил первый 100-й автомобиль. На автомобиле «Хазар» уже поступило 40 заказов. Продажи начнутся уже в начале недели. На первоначальном этапе это будет две модели. «Хазар СД», базовая цена которой составит 16 тысяч манат, около 600 тысяч рублей. И «Хазар ЛД», ее стоимость 18 тысяч манат. Во дворце Гейдара Алиева в Баку состоялся торжественный юбилейный вечер, посвященный 120-летию со дня рождения основоположника Азербайджанской профессиональной вокальной школы, народного артиста СССР, лауреата государственной премии СССР «Бюльбюля». Сборная Азербайджана поднялась на 21 ступень в новом рейтинге FIFA по сравнению с предыдущим месяцем. Сейчас сборная занимает 105-ю позицию, а лидирует в списке Германия. Второе место закрепилось за Бразилией. Бельгия находится на третьем месте. Россия заняла 70-ю позицию и является худшей рейтинговой командой домашнего чемпионата мира. Азербайджан продемонстрирует продукцию оборонного назначения, производимую на предприятиях Министерства оборонной промышленности на выставке Евросетери 2018 в Париже. Азербайджан продемонстрирует там продукцию 270 наименований. На выставке ожидается участие более 1700 компаний из 63 стран. Военно-морские силы Азербайджана провели практические учебные тренировки. На начальном этапе были выполнены задачи по выдвижению группы кораблей в районы сосредоточения, боевому слаживанию и подготовке личного состава к плаванию. В ходе последующих этапов корабли точным огнем уничтожили плавающие мины, морские и воздушные цели условного противника. Личный состав, привлеченный к учебным тренировкам, успешно выполнил все поставленные задачи. Один из этапов ежегодных армейских международных игр пройдет в Азербайджане. Сами игры пройдут с 28 июля по 11 августа, уже в четвертый раз. Это крупнейшее в своем роде соревнование военных разных стран. Игры пройдут в России, Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, Китае и впервые в Иране. Приглашены участники из 80 государств. Такие события оказались в центре нашего внимания. В следующей программе подробно расскажем о чемпионате мира по футболу, который стартует в России. Пока!